Сабуровский полигон, или, проще говоря, свалка, много лет остается проблемной точкой на карте Щелковского района. Жители окрестных населенных пунктов жалуются на запах и требуют закрыть полигон. Надзорные органы неоднократно выявляли нарушения. Районные власти обращаются за содействием в вышестоящие инстанции, поскольку на местном уровне рычагов воздействия на частную эксплуатирующую организацию «Экополигон Щелково» нет. Полигонов ТБО в регионе два десятка. Закрыть их непросто, поэтому принята областная инвестиционная программа по переоборудованию и приведению в соответствие всем нормам и требованиям природоохранного законодательства действующих полигонов. В рамках контроля ее выполнения в Сабурово приехала инспекция Министерства экологии. В совещании приняли участие замглавы администрации Щелковского района Роман Назаров и начальник отдела экологии Ольга Кострицкая. Выводы, как и следовало ожидать, неутешительные. Как мы видим, эксплуатирующая организация не полностью выполняет все, что им было заявлено, и по итогам будет принято, конечно, какое-то процессуальное решение. Кроме этого, для администрации полигона есть ряд предписаний более оперативного характера. Президентские выборы в марте и чемпионат мира по футболу летом. В рамках подготовки к этим важным мероприятиям необходимо, в частности, обеспечить безопасность полигона Сабурова. В числе необходимых мер – наличие камер наружного наблюдения, приведение в порядок ограждения вокруг полигона, освещение территории, наличие средств пожаротушения. Не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций на столь опасных объектах, как полигон и ТБО, не допустить возгораний и тому подобных вещей, конечно, это тоже будем контролировать совместно с администрацией Щелковского района. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».